Если хочешь иметь приятный досуг, не теряй времени даром. Здравствуйте, с вами Юлия Черняева. Я расскажу вам о самых заметных городских событиях на ближайшие дни. В субботу всех желающих приглашают на необычную экскурсию в выходной день в Волжских Черемушках. Культура, быт и история первых микрорайонов города Куйбышева. И экскурсоводы-то необычные. Это школьники из клуба «Следопыт». Они проведут вас по улицам Гагарина, Революционной, Аэродромной и их окрестностям. Расскажут о самых примечательных местах этой части города и о том, где и как ее жители проводили свое свободное время в советскую эпоху. Ну а после прогулки вас ждет посещение музейной комнаты «Советское время» в Центральной городской детской библиотеке. Начало экскурсии 7 октября в 14:00. Старт от станции метро «Гагаринская». Участие бесплатное. Пятичасовой марафон музыки, танца, театра, поэзии, кино, изобразительного искусства и фотографии. Бесконечный перформанс, в котором каждый и зритель, и участник. Проект «На грани искусства» и медиа «Элеватор» открывается официально. «Элеватор» объединяет представителей арт-сообществ со всего мира. Организаторы обещают показать на открытии, как работает съемочная группа. Будут включения и прямые эфиры, выступления артистов и музыкантов, музыка, театр, танцы, поэзия – все в «Элеватор ТВ». Дресс-код и фейс-контроль. Хлебная площадь – 4. Арт-котельная. Начало в 14:00. В эти выходные будет интересно, весело и познавательно. Где? Всех самарцев приглашают на большой научный уикенд. На двух площадках проходит Всероссийский фестиваль науки. 60 интерактивных выставочных экспозиций, мастер-классы и лекции. Химическая лаборатория и площадка «Занимательная физика». Интеллектуальные игры и презентация Центра робототехники. В Музее авиации и космонавтики можно будет стать настоящим пилотом с помощью интерактивной игры «За штурвалом самолета». Первая площадка в Самарском университете. Вторая площадка фестиваля науки откроется в Самарской областной научной библиотеке. Здесь пройдет интерактивная выставка «История и мировые открытия». Будут представлены химические лаборатории и фотостенд «Примерь на себя ученого». Пройдут разнообразные интеллектуальные игры. Не дадут заскучать и самым маленьким гостям. Для них будет работать интерактивная выставка, лаборатория, робототехника для детей. На сегодня все. Хороших вам выходных и отличного настроения.